Друзья, нам поступил сначала звонок, а потом мы попросили, чтобы женщина сделала видео. Женщина сказала, что алабай пытается ползать на передних лапах. Мы не знаем, что с ним, но мы едем, чтобы попытаться помочь. Так и хочется сказать, друзья, с Рождеством! Да, Лиль? Говорят, что бидное, бо дурное. А что дурное, бо бидное. Ребят, это про нас. Мы сначала делаем, а потом думаем. Лохматая душа живет сердцем, душой. И мозги включаем, когда собака у нас уже есть, и тогда мы начинаем вопить и просить вас о помощи. Но иначе бы мы не были лохматой душой, друзья. Так, где? Ребята, мы подъезжаем. Где-то здесь в лесу лежит алабай. Так, это машина. Ориентир для нас. Проезжает мимо остановки. То, что нам не разрешено здесь стоять. А? Здесь, да. Сейчас, ребята, будем смотреть, что к чему здесь. Вот Аня с мужем приехали нам помочь, и они же его нашли. Так, взяли двух ребят нам в помощь. Сейчас будем смотреть, чем мы можем помочь. Далеко, ребят? Ты мой хороший. Маленький мой. Чем тебе помочь, мой хороший? Не бойся, детка. Не бойся. Посветите на него. Мой золотой. Напуганный, бедный. А, солнышко мое. Не бойся, деточка моя. Я не понял. Сейчас на него накинем. Один в эту сторону держит, другой в ту. Вот так держит. Так. Не бойся, малыш. Так, слушай, он 60 кг весит. Если не больше. Не бойся, малыш. Не бойся, детка. Тихо, деточка, тише. Не бойся, малюка. Пошире. Тихо, 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 тихо. Все, тихо, держишь. Теперь эту петлю в эту сторону. Малыш, тихо. Тише. Тише, деточка, тише, тише. Все, ты держи, главное. Давай, Маша, это самое. Мы поможем. 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 Хорошо? Тише. Не бойся. Не обижу, маленьких. Не обижу. Тихо, мой хороший. Хорошо? Тихо. Неправильно. Другой есть на морде? Второй где? Как он называется? И наверху застегнуть. Осторожно, не держи перед ним. Все сделала. Так.
правда. Старая я стала уже. Вы всю жизнь, да, вот это? А? Всю жизнь занимаетесь вот этим? Нет, когда на пенсию ушла. Так, смотри. Не так, за ошейник не берешь никогда. Друзья, лохматая душа всегда была легкая на подъем, когда требовалась помощь. И тем более очень отрадно и здорово слышать, что когда мы попросили помощи, отозвал сразу и Наташа Ричи, и Ирен Беленькая. И обе в один голос сказали: поможем. Девочки, я от всего сердца желаю вам здоровья. Крепкого-крепкого здоровья и благополучия. Спасибо за дружбу, спасибо за поддержку. Спасибо, что даже в такой святой праздник вы первыми отозвались и откликнулись на мой крик. Благодарю вас от всего сердца. Ирен, Наташа, спасибо, девчонки. Это ты, моя красавица. Сама бинт сняла, сама едет, да? Лежи, моя хорошая, ложись. Ложись, мое солнышко, а? Слоненок, ложись. Ну, ребята, как выносить будем, не знаю. Вот как мы ее поведем, она сама не выйдет. Ах ты, чудовище маленькое. Ну, ладно. Ну что, ребята, пришлось сделать еще наркоз немножко. Сейчас, если малышка немножко уснет, чтобы занести ее в стационар. Ребята, врачи вообще помогать не хотят. Не берут на себя никакую ответственность совершенно. То есть вы берете, вы приносите, вы заносите, вы сами колите, как хотите. А мы только нажмем кнопочку. Ребята, это чудовищно. Это не ветклиники. Это... Я не знаю, что они делают. Они же работают с животными. Они обязаны помогать. У них должны быть какие-то для этого условия. Ничего этого нет, к сожалению. На мужчин рычит, мне дает себя гладить. Может, и так спокойнее будет. Так, тихо, девочка. Теперь сзади, бери и сверите. Там у нее сильно болит. Ну, ага, все равно вот зад поднимать. Я не спорю. Так, не буду. Сверите, а сзади, наоборот. Я просто ее не подниму, я бы подняла. Я ее просто физически не подниму, я упаду с ней. Все, поехали. Хорошо. Поехали, поехали. Так. Осторожно, ребята, лапы смотрите. Бери вправо, за низ толкай. Нет, берите, поднимай чуть-чуть. Подожди. Никого нет. Да не просто так, солнышко. Нет. У меня дома три малыша лежат, которых я должна уже капать должна, а я нервничаю.
1.05 ожидал. Залетел? Или кубик силы? 2. Ну, с промежутком в 2 часа. Мы сначала в лесу сделали. Смотрите, мой хороший, специально держу вот так, вот так, и вы вот здесь встаньте с моей стороны. Ну, с Богом. И дайте ей попить. А вот у нее сломана вот эта лапа. Не пойму, какая. Она вообще лежала? Она... Все, ребята, лохматая душа собаку сдала, Ричи приняла. С Богом. Спасибо вам, девочки. Ну что, друзья, устали. Устала, еще как устала. За рулем по такой дороге, ребята, когда несет, не знаю как, гололед. Машины крутятся на трассе, ехали страшно. Я не знаю, как Лиля справляется, но Аса, она, конечно, реально. Водитель шикарный. Этого у нее не отнять. И целый день за рулем. Ребята, это ведь очень тяжело. Я-то мелькаю на фотографиях, на видео. А Лиля всегда рядом, молча. Друзья, ведь мы одна команда.